С блогерши Насти Ивлеевой требуют почти 5 миллионов рублей за срыв съемок сериала из-за скандала с голой вечеринкой. Как сообщает Шот, претензию к телеведущей выдвинула компания Team Films. Ивлееву рассматривали на одну из главных ролей в новом проекте киностудии. В конце прошлого года команда утвердила блогершу на роль, подписала с ней договор и выплатила предварительный гонорар. Однако после организации скандальной вечеринки с дресс-кодом «Почти обнаженные» компании пришлось отказаться от сотрудничества со звездой. Хотя на роль нашли другую актрису, Ивлеева не вернула предварительный гонорар. Теперь от ведущей требуют возместить сумму с процентами. Всего 4 699 100 рублей. О каком сериале идет речь, не уточняется.